Все равно никто ни не ему, ни чувствует, мне, чего ни он себе знает. нахуй. Заебали Давайте оба. уже. Давайте бить. Вам сказали же, и в правилах написано, что-то не нравится, сможете доказать, доказывайте. Было же, снимает же Леха. Вот будете сейчас нахуй полчаса спорить, блядь. А дача ты где? ДЦ чё тебе не хватает? Их не хватает возле нас. Маните. Так мы и бежим. Давай, тишка. Сиди, Тынечка, не переживай, ты если хилить не будешь, тебе дополнительно ГП. Пузыри, пузыри дуйте и все, и не плачьте нахуй. Я тоже так делаю всегда. Кто-то выжил же, да, столба, кто-то писал в чат. Вот же выжил. Ты я, блядь, фениксов стоял танчил. Вот именно. Он-то был в километре от босса. Нет, кого-то не убило, в смысле, лужа. Ставь еще одну рыбу, ДЦ. Сейчас. Я отдачу присумоню. А то еще ему потом, блядь, ставь. Все поставь. Всегда смотреть под ноги босса. Пухи оденьте, рачелы, блядь. 5 минут уже бегают без них. Под ногами лужа хантовская плюс голема. Не варик. А ты че, пухан, шивы отдал или че? Не, шивы не спасает. А шивы рядом не было, он понтится просто. Все. Надо смотреть за лужами, а просто в отчет. Лури баф дайте и поехал. Кстати. После уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Интересно, какой он на Гере будет. На Гере тут будет вообще полнейшая. Если, блядь, на проходном первом боссе хуйня творит, тут будет вообще. Беладоны. Истерия, Никитос, ебашь. Пончик. А-а-а. Опять вот нахуй вызвали. Вот кто-то сейчас что-то видит за... Жена. Ну там в центре его водите сейчас, отдачи. Чтобы он там слег. Ну что, там не оставлять? Там оставлять? Да, пускай стоит. Но с женой нет. С женой на месте. Раньше ты. Прохилить троих. И кончик, полок. И так. Mm-hmm.
подходим сразу. Идем бомбу. Бомба 2 секунды. Добиваем. Бомбы больше не будет. Назад отошли все. Пухи будут на пол пух. Здорово. Вот. Сразу в пуще поднимаем и назад. Остается холли пал, который двух танков. Жноен, что там делаешь? Ты иди оттуда нахрен. Фанзера, не стой возле Войда. Келли в бетон зацементировался. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советчиками сразу. Поехали. Пончик. Для тебя. Ого. В ту сторону, блядь, наоборот, в эту сторону катит ему бабу. Опять рога. Ауди. Бомба 2 секунды. А, еще не бьет, все. ТЦ. Да ладно. Чего рейндж набрали, бабу херачу. Сейчас бомба. Милите аккуратно, бомбу подождали под... Бомба. Сейчас Ангвинара не надо подводить. Добивайте. Все, РБД по Ангвинару. Бомба. Бомба. Ну,
Нара добиваем. Бомба 4 секунды. Контроль. Нет, еще 5 секунд. Лок, я лук, где Никитоса, контрольте. Феникс. Кончик просил. Созабили. Тоса хлеба. Тролля выйдут. Вышли тролля по фильму. Замили. Отходи. Контроль 10 секунд. Скоро лужа. Лужа. Контроль. Китос и контроль. А тут он особо не надо контролить. От чего дезориентация? Ханна, пухи прожимайте, если что, либо что все за... Все нормально. Служа, вышли. Павел Феникс. Пошли, милики. Тянется. Босс. Все, контроль нужен. Контроль. Здравствуйте, Леонард. Кончик, контроль. Видите, ловешками там поменьше. Сейчас были глыба. Контроль, контроль, япончик. Глыба. Еще немного побейте по боссу. Лужа вышли. Феникс играем. Где быстро? Пошли, милик. Выбирай следующий. Все. Боссу. Контрольщик будет. Ложим. Провокатор у корня. Переводить к боссу. Рыба. С провокатора диспал.
Феникс. Жена, я надаю свой ВР. Заметьте, големов не было, все же. Уже сигу жало, он становится. Баф. Обновите полок. Рейндж набрали. Сейчас будет времени побить. Напоминаю, всем держать рейндж. Сорби, гравитация. Держите. Девять секунд. От тебя толку, как от ребенка. Две, одна. Чел. Босс убьем. Фениксов не трогаем до конца. Лови, лови. Баф попал в меч. Либо. Гадро. Лужа. Рейндж набираем, еще гравитация. Призываю силу солнца. Усиливайте себя. Дай массакру. На прошлом давал. Ставить есть, Женек? Бафомный. Чем усолим, но не надо ничего сливать. Больше играть. Че, блять, опять упал? Ну и фильм, блин. Он стоял на полу во время. Мы все когда летали, он стоял на полу. От этого его ее. Дай БРК. У меня есть БР. Типа женой надо. Феникс еще один. Блять, Питер, ты заебал меня, сука. Рейндж. Массакра, если есть, дай. Дал. Убивайте босс. Да. Лёх, может быть, отменишь хотя бы половину, мы все выжили, и големов нет. Благодаря БР. Давай лут.
Ой, стойте, сейчас эту хуету проролите. Рольте. Это в смысле по обычному ролу? Да, я же линкарнул. Никитос 99. А чё это за хуета? Это шея или это другое что-то? Опять Эридари, ты чё? Шея вот это. Шея вот это. На ДК идёт эта шея? Ну, слабая там, это могильная. На ДК говно. На ДК СРСки. Да уже есть нормальная шея, а вот. А это хуже. Либо остров, либо РС. Да, у тебя не плохо. Так, Фанзера надо не забыть, сейчас попозже начислю тебе. Ну, приста нету 7К, Тимбычу на мэй надо, я Тимбычу отдаю. Поставьте порт. ГЦ. Ох, ебать у вас тут, в пизду, сейчас рулить будете, нахуй. Знаете, рольте на успехе. Вот видишь, гладиатор хочет очень сильный хит. Так, а что там, приор идет, кто чаще спекается? Ну ты, честно говоря, редко спекаешь. Куда? В хила? Ё-моё. Примерил вот эту шапку тканевую на нагу свою. Он когда пасть открыт, там черная дыра такая. Лёха, зайдешь на пало, воронку надо забрать. Через минут 10. Окей. Беладона, есть дизить вещи? Да, есть. На, тебе скину, а то у япончика есть такая шапка, не могу отдать. Никому она нахуй не нужна была. Я помню, это кольцо хотели продать, по-моему. Подобное. Не это. А такое же было. Да, с гидрой. С гидрой РПБ. Только в ЗС. Так, япончик, ты вот эту хуйню на диспел. Так, оф, спеки поперли, да? Войд понятно, драгон понятно. Вот, драгон, зачем тебе? Ну, адекватно. Хоть и разве она... Ему на анхолика, если он будет анхолика, ему не будет. Анхолик, ну. Кстати, да, чё вы гладиатору дали доспехи, у него же 7К. У него они были, по крайней мере. Ему ты 5 отдали, у него нет 7. Если у него нет 7К, как он мог сролить по приору? Ха-ха! Враска второй по приору. Гладиатор, отдай враске. По приору, говорю, поэтому, по ролу. Враска хилит следующий РТ. Он следующий РТ танчит. Враска. Короче, ну и все, танчит тогда, окей. Нате вам вот такую штуку. Рольте троем. Денчик, Драгон, Войд. Ну, Драгону я не отдам. Отдам. Да нахуй она ему нужна, у него шем есть. Пошел, шем, вот. Нахер. Войда, Глоры. Нахуй она ему нужна тоже. Чуку дай на ретрик, а чё-то. Дал. Так, сейчас еще ГПшечки раздам. Кому я давал Фанзера 389. Сейчас 389. Лех, так чё, миликом не скостишь? Посмотрим, подумаем. Димбочку кореш, на тебе пятихаточку, чё ты переживаешь? У меня есть, а ты чё? А, не, вообще, не-не, мне, да, пиздец. Ага. Короче, создаем темку, чтобы... Дракон, ты создай темку на VIP-форуме, что... Я уже большим капсом писал заголовок. Красава. Так, а теперь помогайте, я хуй знаю, кто там по приору идет, блять. Как вы это смотрите, нахуй? Вот, 6 воронок у меня. Так, я тоже ролью, нахуй. О, а что сейчас по-другому это ролится?
Так, смотри, да, игры. Че, на мейн спект тотем? Три воронки хочешь забрать? Ну, да, открыть сразу это. Куда? Я старого спрашиваю. Старик, мне одна воронка нужна. Три воронки есть. Хватает. Никитос, Локи, Пухан, впереди меня есть такие люди? Нет, ты выиграл по приводу, ты первый. У Пухана разве есть шмотка Т5? На... Забираешь, у тебя вон приоритет 1.42. Сейчас, погоди. Ну вот ставлю соточку, раз себе а кидаю. Даже... Мне 3 надо, мне шмотку надо апнуть. Еще кидаю. Еще воронка-то можно. Еще одну? Еще одну себе давай. Все, мне сейчас хватит. Следующий кто? Мне одну надо, старый. Мне это, последнюю штуку. Япончик, вижу ты, да, вижу. Тебе одну, да, надо? Да, одну. Только учти, через Лёху все. Я сейчас. Да, без проблем. Лёха, следующие 2 осталось. Кто идет? Кто там ролит? Без прока, правда. Сейчас посмотрю. Удачи. А перчатки Т5 дают меткость танку? На меткость. Да, следующая, да, следующая отдача идет. Отдачи, братан, дай одну воронку хотя бы, чтобы... Нет, 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 мне надо 6 воронок для Т5. Да. А он и вторую забирает. И он вторую, да. Отдачи я всю Лёхе отдам. Так, дальше. Хорошо, вот это... без проблем. 9 роллов, я вам продиктую, кто мне обмен будет кидать, рольте. Беладона, сразу обмен иди кидай. Денчик, Женек, Гладиатор. С рейда можно ливать. Ну я все рассчитался со всеми. Ты ИП начислил, да? И ИП начислил пятихатку. Где? Единственное, что, Лех, тебе надо перекинуть, да, на ДК? Да. Я перекину. Лех, это не АФКш, блядь, не уходи в транс. Я тебе через минут 5 это... Воронки. А, ну ты слышал, кому что надо, да? Да. Короче...